Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с люберецкими полицейскими на улице 8 марта остановили автомобиль под управлением жителя Нижнего Новгорода. Его подозревают в незаконном обороте наркотических средств. В ходе досмотра в багажнике машины обнаружен сверток с порошковообразным веществом и складная лопата. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Согласно заключению эксперта, изъятый порошок массой более килограмма – кокаин. Злоумышленник пояснил, что в теневом сегменте интернета нашел работу наркокурьером. По указанию куратора он забрал наркотики из тайника в лесу на севере Подмосковья, после чего должен был разделить их на 4 части и разложить по указанным координатам. В отношении подозреваемого следователями возбуждено уголовное дело, а судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.